Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Внимание! Акция! С 1 февраля по 8 марта пятикамерный профиль по цене 4750 рублей. Микропроветривание в подарок. Когда-то на этом месте по улице Труда стоял очень нужный и важный для водителя знак «Уступи дорогу». Об этом мы говорили не раз, и по непонятной мне причине дорожники здесь его не устанавливают. Года два назад знак стоял, убрали, до сих пор нет. Представляете, больше 2 лет есть риск, что на этом перекрестке может произойти авария. И произойти она может из-за отсутствия такой мелочи, как знак. Очень обидно, когда в нашем городе начинают разрушаться старинные постройки. Эти ворота находятся по улице Труда. Я думаю, им лет 100, не меньше. Говорит об этом даже хотя бы состав раствора. И как видите, сейчас эта вещь разрушается. Это наша история и наша жизнь. Ее нужно беречь. На фоне старинного здания эти ворота, может, и мелочь. Но вот в чем дело. Восстановить потом их будет крайне сложно. К сожалению, не на каждом доме в нашем городе можно увидеть адресную табличку. На доме по улице Рельсовая, 22, адрес есть. Но написан он, скорее всего, местными жителями. Коммунальщики иначе подходят к обозначению домов. Но вот что нас заинтересовало. Кроме адреса, человек также подписал свое имя. В этом доме Васильевых нет. Эта ситуация для нас становится непонятной. Ведь человека по имени Василий в этом доме нет. Тогда второй вариант. Может быть, таким образом человек решил подписаться. Точно так же, как художник ставит автограф на своей картине. Ну, а мелочь это сейчас выделяется из привычных адресных табличек. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. Кафе «Пельменная», улица Ленина, 47. Бизнес-ланч 100 рублей.